что, Леночка, где ты сейчас? На водопаде, на втором уже. Как называется? Как называется? Смотри, написано. Раванна. Раванна Элла. Элла. В городе Эля. Этот повыше водопаде. Да. 215 метров. А тут был 59 первый. Да. Какая красотища. Чудо, автобус переезжает. Ух, красотища какая! Неописуяемая. Неописуяемая. А Паша где? Да, там же, это Элла. Это город, деревня? Ну, город типа деревня. А ну расскажи, на чем ты приехал? Я на поезде приехал. А он что, завис? А потом на туке. Он стоит посреди дороги. Зависает как-то чуть-чуть. Зависает немножко. Бывает. Хотя не жара. Да? Что, все, поехали. Понравилось? Да. Я рада. Сейчас еще поснимаем дорогу. Да.